Приехал в лес за грибами. Ну, типа прогуляться за грибами. Припарковался. Погода моя. Кстати, дождик идет. Значит, будет мало народу. А вот тут хочу показать вот парк-плац. И вон там, типа, наверное, бомж, который путешествует. Или просто, может, путешественник какой-то. Вот так вот он, видимо, ночует. Ночевка у него там такая. На парк-плацу. Вот первый раз вообще такое вижу. Чтоб не в отеле. Но это какой-то бомжара, наверное. В общем, сейчас отправляюсь в лес мокнуть. Может быть, грибов насобираю. Ни одного гриба я не увидел даже, не собрал. Ну, еще прогуляюсь чутка. Моросящий дождь. Все, в общем, непонятно. Еще была жара, и все, мне кажется, грибы выгорели. Может быть, еще будут. Сейчас только начало сентября. А вот это вот что такое? Какой-то гриб такой интереснейший. Такой типа, как губка. Блин, ломается, блин. Даже не знаю, что это за гриб. Скорее всего, несъедобный. Жрать бы я, наверное, такой бы не стал. Не знаю. Но крепенький так сидит хорошо. Блин. Интересно. Грибов все так же нету. Как бы вот неинтересно ходить. Скорее всего, поеду домой уже сейчас. Вот такие вот танцуют листочки на невидимой паутинке. Так-то лес прекрасен, как всегда, но без грибов он не тот. Просто попадается в лесу вот такие вот места, когда вот вот так вот все разрыто около корней деревьев. Ну это кто? Это или кабан, или олень. Не знаю. Скорее всего, кабан, мне кажется. Ну вот так вот разрыто. И валяется бутылка пустая. Явно мужчина здесь копался. Мужчина-зверь. Бывает такое. Вот и солнышко. Как и обещали погодники. Так. Ручей пересох конкретно. Но наполнится скоро, я думаю, с такой-то погодой. Там он, пограничный столб. Бельгия, Германия. А я вот сюда углублюсь, посмотрю, тут порыскаю в дебрях. Но уже нет никакой надежды, что найду грибов каких-то. Ну, чисто так. Пройтись по тропам. Жирный экземпляр я заметил. Вот такая вот штука. Жирная и большая. Ну что ж, грибов я не собирал, да? Но, может быть, белок другой можно получить. Вот такая вот большая. Вот это мой палец. Чик. Все спрятал рожки. Ну, конкретная она. Большая. Ну-ка, что там? Ой, блин. Упирается. О, какая жирная. Блин. Фига себе. Сейчас их много будет. Дожди пошли. Так, нужно руки вымыть, не вымыть, об этот, обмох, чтобы исключить всякую заразу от таких вот штук. Вертушка на месте и крутится даже. Дубки подрастают. Все в порядке. Территория помечена и проверена. Все, я уже к машине иду. Ни одного гриба. Ни одного. Было ли тогда когда-нибудь такое? Что-то не припоминаю. Хоть какие-то попадались. Блин, сыроежки там или подберезовики. Сегодня ни одного. Ну, еще впереди октябрь. Грибной октябрь. Я надеюсь,